France, Marie-Jean Loriot et Romain Legac. Marie-Jean Loriot et Romain Legac, известный французский дуэт, выходит на старт, также тренируется у тех же тренеров. Также уже в этом сезоне отметились неплохим выступлением. Интересная тематика выбрана для танго. Очень креативный вход в твизлы. Неожиданный. Правда, сами твизлы очень медленные. Такое ощущение, что сегодня вот в танцах на льду никто на полную мощность не выдает эмоций. Все очень так под контролем. Это очень странно. И этот контроль не помогает получению уровня. Зажимается. Как будто они все какой-то экзамен сдают, да? Дико. Напряжение. Кстати, Никита с Викой тоже это касается. Они, конечно, гораздо более раскованные и красивые. Из мюзикла «Чикаго», но пока полноценного образа такого не видно. Есть отдельные очень интересные элементы, да, оригинальные, вот как заход в твизл, вот сейчас последняя вот эта поддержка, короче, неплохая, все неплохо было, но вот да, вот какой-то цельности образа, программы тоже вот как-то не остается. Ну, ребята всегда отличались интересно набором элементов, но этого, к сожалению, в танцах тоже недостаточно. Очень низкие оценки у них за обязательную часть танго. По первой секции первый уровень, по второй секции базовый. Конечно, из-за этого очень низкие оценки за технику. Что-то как-то все сегодня напряжены. По крайней мере, пока, да, вот как на танцев мы тоже ожидали большего. Зажались и затаились. Напомню, нам остается впереди еще три дуэта, а лидирует пока Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Это приятная, конечно, для нас новость, но тем не менее ребятам тоже желаю все-таки получше и безошибочно выступать.
Надеюсь, к произвольным прокатам они это учтут. Это будет что-то такое. И красивое. Это ошибочно. Ну вот, конечно, было очень так красиво, оригинально. Заход был неплохой, но вот Эгут, да, сами снизу. Это не разъехались очень далеко. Если бы я судила эти соревнования, я бы, мне кажется, даже бы затвердила. Не засчитала, считала бы как за тройки, потому что очень медленный поворот. Я как раз когда посмотрела это, я хотела даже спросить, а что, собственно говоря, вообще вот именно и ценится же это в твизлах, да? И мне еще очень интересно будет посмотреть канадскую пару Пайпер Гиллс и Поль Пуарье, потому что на разминке они делали какие-то крайне медленные твизлы, как прям тройками. Ну вот. Посмотрим. Пока третье место проигрывают они сами себе, даже результаты этого года. Где-то балл проигрывают, они уже больше набирали. 70 баллов сейчас, конечно.